Всем привет! Начинаем новый челлендж акварелем 48 часов. В этот раз мы челлендж проводим с Леной и Солей. Так что, когда посмотрите мое видео, если вы не смотрели еще видео девчонок, то внизу под видео будут ссылки на видео Оли и Лены. Пройдите, посмотрите, мне с собой очень интересно, что же интересного за 48 часов раскрасят девочки. Сейчас у нас время 14:30, 14:30. И я начинаю свой челлендж. Сейчас пока как раз все вам покажу, что хочу раскрасить. Как раз в 3 часа начнется челлендж. Сегодня я хочу показать именно те иллюстрации, которые я отобрала в раскрасках, потому что особого времени у меня нет, чтобы включаться и показывать, что именно буду раскрашивать, потому что по мере необходимости. Ну, как будет появляться время, я просто буду подходить, немножечко раскрашивать и, то есть, убегать дальше делать свои дела, потому что сейчас практически нет времени заниматься раскрашиванием, только вот если по вечерам и ночам получается что-то пораскрашивать. Другое время, так как живем в частном доме и имеем и хозяйство, и участок, то есть времени совсем мало, и тем более сейчас у меня уже начинаются кое-какие заготовки на зиму. Давайте покажу, что я отобрала. Хотели мы в течение суток пораскрашивать, но в течение суток практически ничего бы я не успела раскрасить, и решили все-таки 48 часов. Так, в раскрасках золотые страницы, очень люблю эту раскраску именно для акварели. Все-таки решила я раскрасить вот эту иллюстрацию с лодочкой. Тут и мост, и небо, и вода, думаю, будет неплохо. Если вдруг что я отобрала, и я уже это раскрашу, и у меня каким-то чудесным образом останется еще время, то я тогда уже покажу, что именно я еще беру, чтобы раскрасить, чтобы потом не было каких-то разговоров, что, например, я показываю то, что уже раскрасила ранее. Хотя таких, конечно, у меня комментариев не было. Так, волшебство природы. Обожаю эту раскраску, и она как раз подходит для акварели. Просто очень здорово. Так, здесь отобрала так целых, по-моему, 3 иллюстрации. Вот такую балтиморскую иволгу на буке. Так. Что у меня тут? Так. Кулик на побережье острова Анакапа. Так. Так, так, так. И вот. Скопа или скопа с птенцами в гнезде. Ну, это, наверное, как скопец. Мы скопчики называем, что-то типа, ну, хищник такой. Так, Алиса Джона Тенниела просто тоже как бы очень подходит под раскрашенные маркерами, акварелью. Здесь вот что-то типа, наверное, грифона какого-то. Так, и еще одна. Это вот такая рука Алисы, кролик. Так, решила я взять удивительные джунгли. Здесь у меня целый большой разворот. Я уже здесь наметку себе написала, как бы я хотела это раскрасить. Здесь вот такая вот лиана из цветов. А тут есть птички, бабочки. То есть вот такой вот цветы. И листочки не очень мелкие, можно будет раскрасить. Ой, смотрю, даже жабка здесь сидит. Так, удивительный мир животных. Тоже люблю раскрашивать ее акварелью. И здесь отобрала тигровые бабочки на цветах кактуса сагуару. Вот такую. И большущий разворот во «Властелине колец». Так, это у нас какая первая часть. Здесь вот такой вот большущий разворот. Карандашами его было бы проблематично раскрасить, а думаю, акварелью будет все самое нормальное. Так, и у нас небольшие изменения в этом челлендже. Мы будем раскрашивать не только акварелью, будем еще раскрашивать гуашь у нас будет. Ну, то есть можно воспользоваться гуашью не только акварелью, но и гуашью. Так, черный карандаш и белая гелевая ручка или поска для выделения. Все, другие
какие-то там карандаши или пастель, ничем пользоваться нельзя. Только акварель, гуашь, белая ручка и черный карандаш. Ну и все, челлендж мой начинается. И встретимся с вами. Или же я все раскрашу и еще что-то выберу, то есть промежуточное, или уже покажу тогда, что именно буду раскрасывать. Кстати, сегодня у нас 13 июня, ну и можно сказать, уже практически 3 часа дня. Ну и вот еще раз всем привет! Закончился наш челлендж акварелем, который мы проводили вместе с Ольгой и с Леной. А внизу под видео, еще раз напоминаю, можно будет пройти по ссылкам и посмотреть, что раскрасили девочки. Раскрасила меньше, чем планировала. К сожалению, времени совсем мало. Вот все, что успела за две ночи раскрасить, то раскрасила, потому что днем мне времени совсем нет. На раскрашивание очень-очень занято. То домашние дела, то поездки. Ну и давайте не будем отвлекаться. И давайте же посмотрим. По-моему, 6 работ у меня получилось. Да, в 5 раскрасках. А в одной из раскрасок у меня 2 иллюстрации, 2 работы. И в 2 раскрасках у меня развороты. Давайте же начнем с творческого рая. Самая простенькая, мне кажется, работа. Я ее очень быстренько раскрасила. Это Алиса Джон Тенниела. Здесь у меня... вот такая иллюстрация. Самое интересное, знаете, мне в этот раз очень понравилось раскрашивать именно детской акварелью. Что-то, конечно же, я и раскрашивала и белыми ночами, сонет, но в основном раскрашивала именно обычный луч детской акварелью. Ну и здесь вот такая вот простенькая работа, полностью сделана вся детской акварелью и немножечко, вот совсем чуть-чуть, кое-где белая гелевая ручка. Такая вот простенькая работа. Ну, здесь все простенькие, в общем-то. Так, волшебство природы мне понравились. Обе мои работы, не то, что я бы сказала, что это какие-то там шедевры, но просто осталось довольна. То есть вполне нормально, с удовольствием проскрашивала. Причем даже руки уже не отмываются от гуаши, потому что фон старалась сделать гуашью. Так, здесь у меня вот такая вот первая иллюстрация. Небо, траву и как вот воду здесь делала гуашью, остальное делала акварелью и белой ручкой дорабатывала. Такая вот простенькая. Небо я делала губкой. Как-то я уже показывала, по-моему, здесь где-то вот у меня показывала вот на этой иллюстрации, как я губкой раскрашиваю. Ну и здесь по фоне этого тоже такие вот облачка сделала. И вот такая работа. Так, следующее. Здесь у меня вот такие вот балтиморская иволга. Посмотрела здесь с обратной стороны. Вот здесь, ну, в конце книги тут написано... какие птички на иллюстрации. То есть на этой странице балтиморская иволга. И написано, как она выглядит, как выглядит самец. Это самец, это самочка. И вот так я их и раскрасила, так как и должно быть. А здесь у меня айфон, акварель. Здесь вот чуть-чуть... нет, я смотрю, здесь совсем нет гуаши. Здесь все акварель. И, кстати, акварель детская. Да, и вот только сейчас вспоминаю, желтое, только вот это вот желтое, это вот сонет. А остальное все обычной детской акварелью. Так что вот такие вот работы волшебства природы. Очень даже мне понравилось, с удовольствием раскрашивала. Как-то, вот, знаете, так простенько и в то же время мне понравилось. Понравился сам процесс. Удивительный мир животных здесь у меня. Детской акварелью раскрашены бабочки. Это тигровые бабочки на цветах кактуса сагуаро. Посмотрела я тоже, как выглядят эти цветочки. Посмотрела, как выглядят сами бабочки в интернете. Название ввела и посмотрела, как что выглядит. Полностью все детской акварелью. Даже вот здесь вот белые делала, ну, как типа на фоне. Это тоже все делала белой уже акварелью. Тут гуаши тоже нет. Ну, так вполне... мне кажется, вполне симпатично, ярко получилось. Так, следующее
Я не очень довольна этой работой во «Властелин колец». В первой части у меня есть обе части, иностранное издательство, ну, издание. И здесь у меня разворот вот такой. Я бы, мне кажется, если бы очень сильно постаралась, и если бы у меня было время побольше, возможно, я бы сделала получше. Здесь у меня горы и вот этот замок. Я так почему-то по фильму даже не помню, что это за замок должен быть. Но сделала его вот такого цвета. Вот. Траву сделала гуашью, точно так же, как и небо. И воду делала гуашью. И сделала как точки такие цветные, ну, как будто бы цветочки в траве. Ну, что-то типа того. По-детски, конечно. Вот. Ну, облака делала тоже губкой. Вот эти белые. Ну, и сам фон тоже такой пятнистый, полосатый тоже делала. А всадника и лошадь, и то есть самого всадника, просто детская акварелью луч. И такая вот у меня получилась иллюстрация. Кстати, даже не посмотрела, что тут протекло, что нет. Нет, все хорошо. И с этой стороны все хорошо. Ну, вообще бумага неплохая в этих раскрасках. И в «Удивительных джунглях» это самая работа, которая заняла больше всего времени у меня. Наверное, мне кажется, я на нее потратила столько времени, как на все эти иллюстрации. Знаете, если честно, был какой-то такой вот миг у меня, что я готова была бросить и не раскрашивать. Мне не нравилось. Вообще я хотела по-другому. Идея была, когда я отбирала эту иллюстрацию, у меня была совсем другая идея, как это раскрасить. Но в итоге я почему-то не стала так раскрашивать и решила по-другому. И в итоге вот получилось то, что получилось. Такой вот разворот. Губка делала фон гуашью. Тут у меня и перламутровая гуашь, и серебристая, и золотистая. И просто попыталась сделать даже фон пакетиком. Два раза заливала. Все равно ничего не получилось. В итоге сделала фон черной гуашью. Сами цветочки, листочки делала детской акварелью. То есть вот так намучилась с этой иллюстрацией. В итоге белым маркером сделала точки. Ну вот все, что получилось, то получилось. Не то, что я хотела. Но в итоге захотелось уже под конец. Думаю, пусть будет так. И, кстати, знаете, что меня удивило? Ничего не протекло. Вы просто не представляете, сколько у меня здесь было воды. Ни капельки. Ну, вот здесь вот затекло. Я не считаю, что это протекло. Это просто затекло. А вот. Потому что когда... Ну, вот, что получилось, то получилось. Самое главное, хорошо, что ничего не протекло. И, значит, в этой раскраске можно свободно пользоваться акварелью. Так что я здесь акварелить теперь буду. И не только в челлендж, а ну, то есть в обычно. Ну, вот такие вот 6 работ у меня получилось. Что смогла, то раскрасила. В общем-то, результатом я довольна. Можно было бы получше. Ну, как получилось. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. Ну, всем пока!